Audi A3 2020 года, хэтчбэк, 5 дверей, 4 поколение. Семейство Audi A3 4 поколения впервые в истории лишилось трехдверной версии. Производители один за другим начали отказываться от этого формата кузова, хотя еще десятилетия назад он был относительно популярен. Теперь же рационализация и борьба за снижение себестоимости, меньше различных вариантов, меньше конечные затраты добрались и до премиум марок. Audi A3 Sportback стал на 3 см длиннее и 3 см шире, колесная база не изменилась, 2637 мм. Силовая структура кузова осталась прежней, заменили только внешние панели, они формируют более современный дизайн в ключе фирменного стиля Audi последней волны. А вот интерьер переработан кардинально. От круглых дефлекторов вентиляции, которые были самым запоминающимся элементом дизайна на двух предыдущих поколениях A3, отказались. Хэтч во многом подражает старшим собратьям. Приборная панель может быть только цифровой, 10,25 или 12,3 дюйма. Диагональ дисплея медиасистемы 10,1 дюйма. На старте продаж для Audi A3 будет предлагаться только бензиновый турбо, мотор 1.5 TFSI, 150 лошадиных сил и дизельный 2.0 TDI, 116 или 150 лошадиных сил. Покупатели смогут выбрать между шестиступенчатой механикой и семиступенчатым роботом. У себя на родине новинка станет доступна уже в мае. Летом Audi A3 доберется до остальной Европы. Чуть позже автомобиль появится и в России.